Достойно учиться и жить. Новобранцы Самарского кадетского корпуса МВД сегодня принесли клятву. Набор этого года – 50 новобранцев, ребята из самых разных регионов России. Как в уникальном образовательном учреждении учат Родину любить и защищать, а также о чем мечтают школьники в погонах, узнал Кирилл Козин. Клянусь, достойно учиться и жить, а в будущем верно учение сливать. Спокойные лица, четкие движения. Возможно, сегодняшний день 50 новых воспитанников Самарского кадетского корпуса МВД запомнят на всю жизнь. Я чувствую радость, мне тут нравится очень сильно. Присяга так, ну, я принимаю клятву. Я стал настоящим кадетом. Я вырасту, я обязательно стану генералом. Кадетскую клятву слушают и ближайшие родственники ребят. Для меня сегодня очень торжественный день. И я вдвойне его переживаю. Стараюсь все время прививать своему внуку, чтобы у него сопутствовали по жизни честь, слава, достоинство и благородство. Первую в своей жизни присягу принимают ребята из 21 региона страны. Все они прошли серьезный отбор. Большинство юношей – сироты, либо из многодетных семей. Самарский кадетский корпус МВД для них, по сути, путевка в жизнь и, возможно, начало карьеры. 50 человек, 50 новобранцев сегодня вступили в состояние службы, стали товарищами нашими. Я уже говорил, что мы после принятия присяги, это уже аббревиатура, входит, так сказать, в их норму жизни. Можем только пожелать, чтобы из них выросли достойные люди, достойные служаки своему собственному родному отечеству. Не важно, где они будут. Главное, что то образование и то норму жизни, и то воспитание, которое сегодня уже здесь закладывается, оно дает огромный фундамент зрелости будущего поколения нашей страны. Учеба в Самарском кадетском корпусе начинается с 5 класса и идет 7 лет. Программа включает в себя все современные стандарты образования. Кроме того, корпус обеспечивает хорошую физическую подготовку детей. Кадеты неизменные участники и победители различных спортивных соревнований. Кирилл Козин, Александр Дудко. Новости губернии.